Урок 18 и буква ДОД. Буква ДОД – это следующая буква арабского алфавита. И эта буква твердая. Давайте посмотрим, как она пишется. Это буква ДОД. Еще раз давайте вместе напишем ее. ДОД. По написанию она схожа с предыдущей буквой, которую мы прошли, буквой САД. Давайте ее тоже напишем. Это САД. А это БАД. Отличие между ними — точка. У буквы САД она отсутствует, а у буквы ДАД одна точка сверху. Стоит обратить внимание, что буква ДАД уникальная. Она единственная в своем роде и присутствует только в арабском языке. С буквой ДАД мы еще познакомимся на следующих уроках. А для начала давайте научимся правильно ее произносить. ДОД. ДОД. ДОД.